анонс 54-й серии турецкого сериала «Зимаруда», как мы помним. С предыдущих серий Сейран просит журналистов рассказать, каков настоящий Ферит Горхан. Но все эти люди, купленные им парень, наслаждаются своей победой над Сейран. Наслаждается тем, что девушка ничего не может ему сделать, показывают женщину, которая окуривает комнаты. Она говорит, что уже совсем скоро в этот дом прибудет проклятие, которое разбросает всех его обитателей по сторонам. К Алису приходит женщина, чтобы обсудить с ним несколько вопросов, но охрана останавливает ее. Однако Ифагат просит их отпустить гостя и позволить ей войти. Ферит обещает Сейран, что у нее ничего не выйдет, как бы сильно она ни старалась, но она просит его запомнить этот момент. Она совершенно серьезно говорит ему, что если они соберутся мешать ей, даже просто бросая на ее дорогу камни, она продолжит возвышаться над ними, сметая их по одному, пока не останется никого, кого могла бы растоптать. Продолжение вы сможете увидеть в 54-й серии, которая выйдет на русском языке 19 января. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.